Приехал сегодня к Марине на дачу, думали, поработаем, а на улице град со снегом. Поэтому мы сегодня будем выбирать семена. А для того, чтобы это делать в комфорте, я рекомендую применять обогреватели настенные на основе инфракрасного излучения. Они потребляют крайне мало электричества, очень красивы и эффективно обогревают помещение. Но ведь правда же красиво. Они бывают разного дизайна. Ну, теперь мы согрелись и поговорим о томатах, которые следует посадить на вашем участке в следующем году. В этом году у нас очень хорошо зарекомендовали себя томаты «Мечталин» до 20 килограмм с куста. Томат «Антюфей» – тоже очень крупный, вкусный томат с пипочкой, очень красивый и в засолку, и для салатов. Томат «Пламя» – он не очень крупный, насыщенный, вкусный и великолепно подойдет для вяления. Томат «Банановые ноги». Многие не любят его из-за того, что он не очень вкусный. Но когда вы его засолите или подвялите на сушилке, это один из самых вкусных томатов. А теперь самые мои любимые томаты – это томаты «Черри». Они небольшие, но зато по вкусу они не знают себе равных. Томат «Черри Вера» – это классический «Черри». Чуть вытянутые томаты, очень вкусные и очень урожайные. Томат «Черри Котя». У него уникальная расцветка. Желтый томат с красными всполохами. Очень вкусный. Подойдет и для консервации, и для свежего стола. Град нас просто заваливает. А поэтому я сейчас расскажу о моем самом любимом томате «Черри». Только воспоминания о нем радуют глаз и душу. Это томат «Черри Краски». Это самый сладкий томат. Он понравится детям, понравится вам. Рекомендую для посадки в следующем году. Ну и, наконец, долгожданная новинка «Монгол Карлик». Это томат ультраскороспелый. Он покрывает землю, растет как почвопокровный томат. Ультраранний, с крупными плодами. Это томат для тех, кто не очень хочет за ними ухаживать. В Центре эффективного садоводства Ивана Якшина большой выбор товаров для дачников. Внимание! Открылся новый магазин на улице Волгина, 122.